Всех приветствую на своем канале, кто зашел, кому стало интересно, что за скульптор-биолог. Да, я скульптор-биолог. Скульптор-самоучка, леплю с самого детства. Так учусь на биолога. И поэтому получился скульптор-биолог. Вот так. Но сейчас я не только леплю, я также рисую, да, рисую, пишу рассказы. И это все недавно началось. В общем, пробую разное в творчестве, не ограничиваю себя чем-то одним. Экспериментирую, одним словом. И скульптор-биолог — это такое название, чтобы вроде бы сочетание несочетаемого. Хотя, если задуматься, я пытаюсь показывать связь науки и искусства, но не только это. Показываю, что вокруг. Но также здесь будет выходить вообще мои короткометражки, которые я тоже начал недавно делать. Артхаусные. Да. Ну, еще много чего. Пока я не знаю, но факты о биологии, может, даже видеоуроки. Посмотрим, что будет вообще. И видеоскульптур, конечно же, скульптуры будут. Я несколько уже записал. Осталось их выложить. Так что добро пожаловать. Здесь много чего будет. Ждите. И спасибо тем, кто подписался, тем немногочисленным людям. Скульптура, биология, наука. Сочетание всего этого. Короткометражки. Анимации. Не буду говорить конкретно, когда это будет, потому что жизнь, она такая непредсказуемая. Но это все будет. Добро пожаловать в мой мир. Мир скульптора-биолога.